Хорошо, мы приветствуем Ирину, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо, я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Ирины, под ногами, телом тонких тел Ирины, находит все. У нее установка стоит внутри, похоже на рептилоидный шар. Внутри, да? Угу. И... Давай вытащим ее. Я даю команду. Значит, 3. Это рептилоидная установка. Выходит безболезненно из биополя Ирины. 1, 2, 3. И отправляется в клетку-тюрьму. Да, готово. Хорошо. Сканер сканирует еще? Да. Ждем. Готово. Один канал у нее к этому шару. Один же. А ответственного нет, да? Рептилоид. Он в клетке? Нет. Хорошо, я даю команду, значит, 3 выстраивается канал от этого шара, 1, 2, 3, и силой моего намерения я притягиваю всех ответственных с ним связанных, 1, 2, 3, где бы они ни находились во Вселенной, они притягиваются сюда и становятся моим заложником. Да, он притянулся, но он говорит, что я ушел. Никуда ты не ушел. Откуда этот шар в ее биополе? Ты не должен был приходить, рептилоид. И я выстраиваю от рептилоида каналы, притягиваю остальных ответственных, всех, кто связан. 1, 2, 3. По цепочке притягиваются все. Двое их. Два рептилоида. Считай... Один лаборант, другой военный. Кто первый пришел? Военный или лаборант? Военный караулил ее. Военный караулил. Считай цифры над головой военного. 328. Хорошо. 82 лаборант. 28 и 82 лаборант. Лаборант, ты знаешь, что ты сегодня можешь быть уничтожен вместе с рептилоидом? Он выполнял свою работу. Хорошо. Я свою работу выполняю. Так, рептилоид получает удар 100 тысяч герц. Лаборант получает удар 100 тысяч герц. Да, будет так, а так и есть. Защита выставляет. Кто? Оба. Влад, сожги защиту. Давай. Просканируй и сожги ее. Я хочу посмотреть на них. Готово. Хорошо. Ну что? Их язык, как у ящера. Снимаются все маски и голограммы. Окей. И по 100 тысяч герц каждому удары. 1, 2, 3. Пошли удары. Сжигает. Кто сжигает? Обжигает их. Их, да? О, хорошо. Так, рептилоид. Итак, на каком основании ты, паразит, зашел в биополе осознанного человека с первородной душой? И почему ты думаешь, что тебе это безнаказанно сегодня уйдет? Обойдется, вернее. Он показывает, что он наблюдал за ней давно. Пока она защищалась, и мерка была, они не приближались. А 10 дней назад подбросили вот этот шар. Это шар. Лаборант подбросил. Вот это облако, которое в квартире там летало, да? Нет, вот шар, который у нас в клетке. Я понимаю. А это он облако... излучает энергию. Он излучает энергию. В квартире еще один.
И еще и в квартире поставили. А как вы вообще вошли в квартиру, меня интересует? С ней. С ней вошли? Зашли в нее, да. Там. То есть вы сами не могли в квартиру проникнуть? Купол стоит. Это верно. Значит, вы вошли, ее где-то подкараулили, вне дома, да? Да. Хорошо. Так, и я даю команду на счет 3. Начинается реверс энергии. И на счет 3 Ирина забирает, отдает интерферентам всю темную патогенную энергию, которая от них пришла на их частоте. 1, 2, 3. Пошел поток назад. Отдаем все темное, полученное от них. Там немного. Закончилось. Они больше забирали, чем давали. Ну, понятно, заберем. Нам надо отдать яд этот. И я даю команду на реверс энергии назад. Светлой, чистой энергии, божественной энергии. По праву выстраивается канал еще к этому шару. И от рептилоидов и от шара на счет 3 пошла светлая, чистая, божественная энергия. 1, 2, 3. Все, что на чистоте Ирины, все возвращается назад. Свое забираем себе по праву. Усиливаются потоки в 100 раз. Здесь радуга идет. О, да, понятно, рептилоид. Хотели со мной встретиться, вот вы и встретились. А я предупреждал. Готово. Хорошо, много пришло, Вера? Да, вернулось мне много. Хорошо, и подхожу к Ирине, кладу руки на плечи моей собственной энергии, сжигаю все каналы к интерферентам и к шару. 1, 2, 3, удар. Открывается портал в галактическое ядро. Эти каналы улетают в галактическое ядро на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо. Так, посмотри, сколько энергии у Ирины сейчас? 65. И частота вибрации? 12. 12 Гц. Вот настолько они понизили. Хорошо. Сколько нужно Ирине до полного восстановления и корректировки, и какая частота вибрации? Считай, пожалуйста. 350. 27. Вот так вот. И на счет 3 в макушку головы Ирины начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 350% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняют, усиливают. Мощность потока усиливается. Все необходимые цвета начинают поступать в Ирину. Частота и вибрации поднимается до числового значения 27 Гц. Пошел подъем. Первородная энергия у нее. Ну, конечно. На них они и зашли. Эти люди всегда будут стоять под опасностью вторжения, если они не будут защищаться и не выставлять меркабу. Готово. Хорошо. Создаем защитную оболочку, подсоединяем тонкую копию Ирины к источнику ее биополя. 1, 2, 3. Пошел процесс. Она есть у нее. Какая-то затухшая. Хорошо. Сейчас она активируется. Активируем, да. Меркабу на счет 3. Пошли энергии. Готово. Хорошо, все, мы здесь закончили. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. Приветствую тебя, Ли. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь один рептилоид, один лаборант, 10 дней... Караулили, вошли в биополе, в квартиру не могли, вошли где-то на улице, подкараулили человека и установили огромный шар на откачку энергии. У нас сейчас находится в клетке тюрьме. Она заберет вместе с шаром их. Хорошо. Готово. Хорошо, все, мы здесь закончили. Давай вернем тогда Ирину в ее биоробот назад и потом пойдем к квартире. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Ирины в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой зелинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между тонкими телами и физическим биороботом. Готово. Хорошо. Так, и отключайся от Ирины и перемещайся к ее входной двери. Значит, 3. 1, 2, 3. Ты стоишь перед дверью. Да, я здесь. И входи в квартиру. И я даю команду, конструкции, импланты. Все, что чужеродное было установлено, негативное, патогенное, притягивается в эту клетку-тюрьму. Ну... В клетке конструкция, этот шар такой же.
трубы. Хорошо. Все 100% в клетке или еще где-то что-то осталось? В квартире? Нет, в клетке все. Хорошо, открывается портал. Больше интерферентов никаких нет, да? Нет. Открывается портал под этой клетки в галактическое ядро. 1, 2, 3. И оно улетает в галактическое ядро со всем, что там находится. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. И на счет 3 в моих руках появляется энергия атмана. 1, 2, 3. И я активирую ее по всей комнате, в которой заливает. Сжигает любую космического интерферента. 1, 2, 3. Пошли энергии. Не требует подзарядки, работает в автоматическом режиме. Готово. Хорошо, Вера, мы ничего не забыли? Нет. И на счет 3 переносись к входной двери. 1, 2, 3. И отключайся от квартиры и перемещайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел, пойдем. Я на месте. Thank you.